Друзья, я приветствую вас на своем канале. Сегодня вернусь к новостям не столь актуальным, но я не могла обойти стороной эту тему и не сделать видео. Еще в апреле 2022 года, по окончанию сезона, норвежский биатлонист Дарье Бё объявил о том, что станет отцом. Новостью норвежец поделился в своем Instagram, выложив фото со своей невестой Гитой Симонсен. «Осенью мы станем родителями. Это великое дело», – было написано под фото. К слову, в августе 2021 года было объявлено о помолвке пары. В интернете можно найти информацию о том, что 29 июня они отпраздновали свадьбу на Майорке. Однако это не так. Видимо, СМИ ввели в заблуждение фото и подписи со свадьбы их друзей, где также присутствовал Йоханнес Бё со своей супругой. Кстати, на днях 29 июля старшему Бё исполнилось 34. Невеста мило поздравила его с днем рождения, назвав своим личным агентом 007. Для пары это первый ребенок, пол малыша будущие родители не разглашают. Гита часто делится фото с округлившимся животиком на своей страничке Instagram. Напомню, что младший брат Дарьи, многократный олимпийский чемпион Йоханнес Бё, в статусе отца находится уже более 2 лет. У него с супругой Хеде растет сын Густав.